На конкурс дети читают стихи. Эрикайтон Валерия, 9 лет. Эриконин Валерия вместе с дедушкой. Растаял утренний туман, красуется весна. Сегодня дедушка Иван начистил ордена. Мы вместе в парк идем встречать солдат седых, как он. Они там будут вспоминать свой храбрый батальон. Там по душам поговорят о всех делах страны. О ранах, что еще болят в далеких дней войны. Походы вспомнят и бои, окопный неуют. И песни бравые свои, наверное, споют. Споют о мужестве друзей, что в землю полегли. Споют о родине своей, что от врагов спасли. Спасли народы разных стран от рабства и огня. И рада я, что дед Иван берет с собой меня.